Всем привет, с вами Михалыч Плей. Наконец-то мы дождались Садака. Только она стала доступна для покупки, я тут же ее купил и протестил в паблике, и уже готов дать ей оценку. Начнем с внешнего вида. Моделька персонажа сделана прекрасно. Разработчики прям повторили ее из фильма. Все проработано, все отлично. Нет никаких недочетов. Мне очень нравится, когда она стоит возле колодца. Прям очень атмосферно. Когда вот такие вот всякие глюки происходят возле нее, типа что-то такое мистическое, да? Это очень здорово, мне вот не нравится. Очень это. За внешку я даю 10 из 10. Очень понравилось. Следующий пункт – анимации. Мне они также очень понравились. Все очень здорово, классно, разработчики красавы. Для мобильной версии это прям что-то новое. Это вот ее анимация атаки, такого раньше не было еще, похожего чего-то. Это очень необычно такое видеть. Третий пункт – это Мементо Мори. Опять же, все сделано отлично, классно, очень реалистично. Просто мне очень понравилось. 10 из 10. И четвертый пункт – это обилка. У Садака есть две способности. Первая делает ее незаметной, то есть накладывает на нее эффект незаметности и когда она ходит, она периодически мерцает. Чтобы войти или выйти из этого режима, ей требуется время. Также в этом режиме она может телепортироваться по телевизорам, которые расположены по всей карте, что дает ей неплохой контроль. Но телевизоры тоже восстанавливаются, и вы не сможете быстро переместиться в другой конец карты, если идет КД. Что касается про обреченность, про нее можно забыть. Накопить ее очень сложно. Обилка такая себе, поэтому 5 из 10. Шестой пункт – ее перки. В принципе, они довольно-таки хорошие, поэтому 8 из 10. В заключение хочу сказать, что мне этот убийца понравился, и возможно из него буду часто играть по фану.